быть гораздо больше. Шмаров и Тихонов поочередно краулят у дальней штанги. 3-0. Москвичи терзают беспомощного соперника, причем не прилагая к этому каких-то титанических усилий. Забивший четвертый мяч Шмаров вряд ли позволил бы себе такие штучки в более серьезной игре. Пока Нигматуллин бездельничал на своей половине поля, Тихонов ставит точку. 5-0. На последних минутах Валерий Шмаров пытался сделать хет-трик. Но не повезло ни ему, ни пытавшемуся добить мяч Рамизу Мамедову. Тем не менее, «Спартак» не утратил чемпионских амбиций. В роли догоняющего мы, такого у нас не было еще последние годы. Тяжело, но все будет зависеть от нас. Все, сколько мы возьмем очков, чтобы догнать Владикавказ, а не знаю, потеряет Владикавказ, это тяжело сказать. Ничего тяжелого, я считаю, и страшного, я считаю, не произошло. Просто нам надо, говорю, брать свои очки, а там будет видно. И потом будем говорить. Цыплят по осени считают, как говорят. Тихо, тихо, спокойно. Спасибо. Валерий Шмаров!